впечатлений масса, очень интересно. Я присутствую впервые на такого рода мероприятии. Встретить в одном месте столько представителей ландшафтной индустрии, иметь возможность пообщаться со всеми, познакомиться ближе. Неформальной, так сказать, обстановке, завести новые контакты. А как, по-вашему, в будущем нужно ли проводить подобные конференции? Я еще, скажем так, не освоился до конца. Здесь встречаю знакомых, которые уже, так сказать, завсегдатаи подобных мероприятий. Ну, они говорят, что надо. Мне пока сложно составить полное, скажем так, впечатление. Но пока мне все интересно, пока мне все нравится.